Дорогие друзья, я вас приветствую и поздравляю вас с участием конкурса. Мне очень приятно вас слушать. Каждый год вы станетесь получше и получше. И в этот раз, в общем, очень понравилось. Даже с трудом оценку давал, потому что все хорошо так спели, исполнились. Мне очень понравилось в этот раз. Но одна маленькая просьба. Хотелось бы послушать живыми голосами. Значит, не плюсовки, хоть с минусовками, а живый голос показать. Не запись. Уже этот запись, но голос. Хотелось бы слушать ваш настоящий живые голосы и исполнение. Не как кино, это концерт, поэтому. В общем, в таком деле очень мне понравилось двои. Я как оперный певец. Мне больше слышно и интересуется академическое пение. В этом деле Ульяна Кумановска. А мне очень понравилось, как голос чистый и ровно. Мне это понравилось. Вот вижу большое будущее. Я вас поздравляю. Я тебя, Ульяна, поздравляю. Но я не знаю про эстрадную песню, но как музыкант. Я как музыкант, мне понравилась Ола Акулова. Ола Акулова. Как она поет свободно. И она знает, о чем поет. Это мне очень понравилось. И дикция хорошая. И все слова точно мне... Понятно было. Вот так. Я, в общем, вас всех поздравляю и желаю снова вас видеть. Спасибо. До свидания.